В этом месяце Россия поставит в Казахстан 70 тысяч тонн бензина марки АЕ-92. Контракт об этом с российской стороной заключило Министерство энергетики. Глава ведомства Владимир Школьник полагает, что такой шаг значительно снизит дефицит топлива в стране. По его словам, проблемы возникли из-за нескольких причин. Первая – это нехватка горючего в самой России. Вторая же кроется в различии ценовой политики. А на российском рынке литр 92-го стоит порядка 170 тенге. У нас же продавать его приходится по строго утвержденной правительством стоимости, которая гораздо ниже. А бизнесу невыгодно работать в убыток, поэтому поставкой российского бензина сейчас занимается «Казмунайгаз». Бизнес должен купить там по цене выше на 15-20-30% и привезти сюда и продать здесь дешевле. Значит, бизнес, конечно, этого делать не хочет и не будет себе в убыток никто этого делать. Мы приняли решение сложное для нас и заставили оператора «Казмунайгаза» покупать бензин в Российской Федерации по тем ценам, которые можно договориться, привозить сюда и продавать его по ценам, которые установлены здесь.